Привет всем, я Ека Руссо. Вот скоро будет мой день рождения. Я совершенно не могу определиться с подарком. Это очень характерно для блондинок, ну и вообще. Я так думаю, что для женщин и даже для мужчин. Определитесь, пожалуйста. Мне так хочется, знаете что? Я не знаю, что хабу. Я уже иду совершенно в другую сторону, я стараюсь определиться с подарком. Ни одной мысли, потому что все они, конечно же, у вас, Якаруса. Какая же я все-таки нямочка, ням-ням-ням.